Спасибо. Добрый день. Всем добрый день. У нас радостная новость. К нам пришли гости. Ну-ка, гости, заходите. К Татоше. К Татоше пришла подружка. И к маме. Ну, мамину подружку мы не снимаем, она нам не интересна. А вот Зоя-то, привет, привет. Да? Узнала меня? Узнала? Так, Татоша, смотри. Фу-фу. Зоя, иди к Татоше. Иди к Татоше. А то Мася-то уже слинял. Татоша. Татоша. Зоя, иди сюда. Зоя, иди. Иди. Идите, вон идите, идите там вентилятор. Там попрохладнее. Идите. Зоя. Зоечка, иди. Ну, привет, иди, привет. Да. Чмоки-чмоки. Вот она сразу в кадр, сразу в камеру. Да, Зоя. Ну, а ты кадр. Вот они. Вот они. Да ты не ту ж подружку-то ждал. Это мамина подружка, а твоя вон она. Зоя, ну, давай. Ну, все, сейчас освоишься. Построишь Татошу, как в прошлый раз, и все будет хорошо. Вот такое у нас радостное хоум-видео. Вот такие у нас очаровательные гости. Вот такие вот. Ну все, Татоша успокоился, всех встретил. Теперь можно и полежать. Все, а тут обследование идет. Обследование. Да, новые запахи. Ну все, мы на кухню. Ну, понятное дело, там шашлыком пахнет. Все, ладно, выключаемся. Зоя здесь чаще бывает, чем папа. Ну что делать? Такова жизнь. Is a living. It's my life. Все, всем пока, все идут на кухню. До встречи на кухне.